рамках программы «Эффективный руководитель столичной системы образования» создан клуб менторов. Он призван развивать компетенции в управлении сложными процессами и большими коллективами образовательных комплексов Москвы. Участники клуба – директора московских школ, которые являются менторами руководителей образовательных организаций, разрабатывающих и реализующих управленческие проекты в своих школах. Они считают, что деловые коммуникации руководителя в профессиональном сообществе помогают достигать высоких результатов. В декабре гостем клуба стал руководитель Ассоциации менторов бизнес-школы Сколково Михаил Хомич. В чем миссия ментора? Как организована работа менторов со стажерами в Сколково? Что делать, если у стажера не складываются отношения с ментором и наоборот? Эти и другие вопросы вызвали горячий интерес и бурное обсуждение. Менторство – это моя популярная тематика. Мне иногда пишут: «Здравствуйте, а можно вы найдете мне ментора там, в области там, публичного выступления, в области продаж, в области бизнеса?» Я говорю: «Нет, нельзя». Сначала вы поступаете в школу, потом мы начинаем помогать. Почему так происходит? Потому что я должен объяснить выпускникам, почему они бесплатно должны тратить свое время на кого-то. Ключевая идея менторинга заключается в желании передать знания и опыт другим людям. Однако известный ментор – это не всегда залог успеха. Чтобы стажер был по-настоящему успешным, большую роль играет задача, поставленная ментором. Если ты самый умный в комнате, то ты не в той комнате. Если тебе не к кому расти, значит, у тебя проблемы. Потому что, что бы ты ни делал, есть человек более профессиональный, чем ты, который может тебе много передать. Общение получилось интересным и полезным. Итогом встречи стало общее мнение о необходимости и больших перспективах менторского сопровождения в столичной системе образования.